Поэтому хватай парашют и выпрыгивай из самолета. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы играем с вами в приключения Маквысера в GTA 5 онлайн 5. Что такое? Мы вышли на улицу, а здесь что-то происходит. Здесь, о боже мой, мертвый полицейский! Что такое? Там психопат? Там психопат! Садись, Маквысер, вперед! Нам надо идти и остановить его, помочь полиции. Мертвый полицейский. Какой ужас, что за произвол? Офицер, пожалуйста, подскажите, где преступник? Офицер? Так, кажется, он спит, отдыхает. У него, видимо, выходной. Ой, а что это на меня начали преследовать? За то, что я что? За то, что я ничего не делал, вот за что. Уже два! Два полицейских за мной. Хорошо, мне нужна машина какая-нибудь получше. Это сгодится для Маквысера. Ну-ка, выходи. Ой, прям при полиции, как неловко, как... Как это было без церемонно. Хорошо, просто свалим. Ух ты! Подстава! Засада! Черт! Нет, не тут-то было, мы не сдадимся. Валим отсюда, валим. Вали, Маквысер. Нет, надо меня бить, не надо. Оп, прячемся. Надо где-то здесь спрятаться, вот здесь. Кто меня не найдет никогда в жизни? Или найдет? Бассейн, смотри, там бассейн. Как мне отсюда выйти, блин? Вот, давай, хватайся и пойдем купаться. Здесь нас не найдут, это точно. Оп. Ой, нас нашли! Что ж такое, я же всего лишь маленькая выдра. Как они меня распознали, непонятно. Оп, прыжок. Я пропускаю все задания крутые. Из-за вас, тупые полицейские. Давай, хоп, и вниз, вот сюда. Все, здесь тебя не найдут. Или найдут, боже мой. Вот сюда, вот здесь. За забором. Ух. Вот тут мы хорошо спрятались. У нас, кстати, полный арсенал смертоносного оружия. Так что, ой, пригнуться. Есть! Ой-е! Давайте посмотрим, что у нас есть. Приглашение побега из тюрьмы. Я принимаю. Отлично, мы должны спасти Рожковского, который уже в 500-тысячный раз попадает в тюрьму. Надеюсь, у нас здесь будет новая роль какая-нибудь. Не роль заключенного или роль пилота, а какая-нибудь еще. Например, охранника заключенного. Нет, Маквысер хочет другую роль. Он хочет вот такую роль. Он хочет роль человека, который распределяет деньги. И вот таким образом никто денег не получит. Кроме Маквысера, конечно же. Давайте, еще один. Рассылаем приглашение. Ну... Вот, кто-то входит. 39-й левел. Смотрите, я, конечно, самый из них низкоуровневый, но не слишком отстает от всех. Посмотрите, вот этот чувак 13-го уровня. Все, запуск сессии. Давай, Маквысер, сейчас мы будем с тобой сражаться. И вот с этим клоуном. Это я, да, и мои друзья, мои верные помощники. И моя жена. Но мы с ней не женаты. Я просто хотел бы, чтобы она была моя жена, но она меня не любит, в общем, да. Конечно же, мы знаем Рожковского. Господи, уже три раза его спасал из тюрьмы. Надо внимательно слушать, что он нам объясняет. Очень внимательно. Да, Маквысер служит. Все понял, все ясно. Девушка козявку и пыталась с пальца стряхнуть. Не получилось, наверное. Что я должен делать? Угоните с аэродрома Маккензи самолет, на котором вагосы доставляют контрабанду. Вагосы, да, наверное? Он нужен вам, чтобы вывести беглеца из страны. Опа! Это новенькое что-то. Мы будем с самолетом заниматься. Этого еще не было у меня. И прикольно, давайте, нам же еще один человек. А что, кто-то вышел? Давайте пригласим кого-нибудь. Пишет, что минимальный уровень 12, а мой 10. Тогда как меня сюда пускают? Почему я здесь? Потому что они знают, что Маквысер справится с любым заданием. Да, с любым заданием. Вот смотришь на его рыжее лицо и понимаешь, в этом парне что-то есть. Потенциал. Вот что есть. Я устал ждать. Да, 70-й левел у него, нифига себе. Он про. Отлично, запуск сессии. Отлично выглядим, как придурки. Все как Маквысер любит. А стиль маски можно вот так? Мне это нравится. Надо что-то яркое для Маквысера, поскольку Маквысер яркая личность, да? О! Это вот он наш свет оранжевый. Сегодня у меня оранжевое настроение, поэтому будем вот так вот. Хорошо, потенциальная доля 15 тысяч долларов. Что нам нужно сделать? Вот мы сядем вот в этот замечательный розовый счастливый броневик. Броневик дружбы, да? Военный броневик дружбы. Смотри, у него розовенькая узишка. Прикольно. А у меня, смотрите, олень из будущего. У меня олень. Олень из будущего всегда со мной, чтобы предсказывать мне будущее и предупреждать меня об опасностях. Надеюсь, он не опоздает. Блин, выстрели бы кому-нибудь сейчас в голову, это смешно было бы. Эй, веди аккуратней, а то меня тошнит. Веди аккуратней, сказал. Ну-ка, я себе возьму руку. Я могу? А, вот что, оказывается, можно сделать. Сара, ты такая красивая. Не хочешь после задания сходить со мной поужинать? Да на тебе, вот ты, вот дура! На!
Ага, и вам тоже. Ой, что это он, что это он, что это он, что это он? Вот тебе. Не тыкай меня этой штукой, а то я тебя тыкну вот этой штукой. Палец тебе кое-куда, оп, по максимум. Да, это наша фирменная. Мы друг другу показываем пальцы. Это тебе, вот тебе, понятно? Тебе, вот. Мы даже сделаем так, чтобы она последнюю посмотрела на фак. Фак тебе, фак ю. Оп. Под музон. А это что за жест? Как он это сделал? Я тоже так хочу сделать. У тебя, чувак, спина сквозь сиденье проходит. Это опасно для здоровья. Дайте, в носу ее поковыряем. Не получится. Тогда поправим ей локоны. Вот эти вот свисают. Так, поправим. Хорошо. Чё, не причесывается. Дайте плюнем на палец. Хорошо, теперь давайте поправим. Так. Ты чё? Эй, аккуратней. Ну-ка, пригнуться. Сейчас мы тоже тебя что-нибудь ткнем. Ух ты, какая карусель. Оп. Вот тебе маленький пистолетик, он опасен. А вот это. Ага, ты не посмеешь выстрелить в меня. Потому что все знают, кто я такой. Квысер. Его имя звучит повсюду. Оно у всех на устах. Чё-то кажется, у тебя проблемы, водитель. Веди нормально. Нам немного осталось. Враги, надо стрелять. Кому? По кому? Окей. Будем стрелять, как скажете. Вот этот злодей, я его подстрелил, я молодец. Вот там, эй, не дергайтесь, он упал. Я молодец, да, я знаю. Ну давайте, умрите, пожалуйста, сэр. Кто-то выпрыгнул, женщина выпрыгнула. Ну, в принципе, не жалко ее. Готов, смерть, я сделал смерть человеку. А, по ноге. Дави его, смотри, какие он трюки смешно выполняет. Оп. Обстреляли, он подох. А, вот еще один, еще два. Умер кверху задницей. Как прискорбно. Кто-то поехал. Ну, тут целая куча. И всех надо убить. Эй, чувак, куда же мы? О, кого ты там пришил. Reload. Тут у них бабло вываливается. Я хочу его. О май год. Как все здесь напряженно. О, два игрока погибло наших. Нет. Мы не должны проиграть. Ни в коем случае. Кто еще? Нет, один погиб. Ну что ж, один это не так страшно. Сэр, ну-ка упасть. Вот так, хорошо. Чуть там упало. Сзади. Опа, хедшот. Готово. Что произошло? Не пройдено. Кто-то там сдох. Какой-то нуб. Позор ему, $900 получил я. У меня 4 убийства. Меньше всех. Зато больше всех. Я больше всех пострелял. Больше всех ранил. Да. Блин, только не облом. Я хочу еще раз. Мы можем победить, я уверен. Ой, как далеко мы. Видимо, нам снова придется добираться до туда. Окей. Значит, в таком случае я возьму нормальное оружие. Да. Давайте, ребят, не будьте нубами. Так, какой бы... Вот это возьму. О, какая машинка хорошая. Я сяду. Открой! Откройте, сказал. Да открой ты мне. Боже ж мой. Нет, не хочет меня сажать. Ладно. Тогда как я? Как мне быть-то? Прощайте. Мне что, самому добираться, что ли, до туда? Сволочи, так, блин. Вот это пойдет, вот это подойдет. О, нет, о, да, смотрите, Snoop Dogg. Это Snoop Dogg. Drop it like it's hot. А, нет, они уже все там сражаются. Маквистер, как всегда, прикрывает спину. Я прикрываю, конечно же. Я не просто так отстаю. Я прикрываю вас, ребят, сзади, чтобы сзади никто не подъехал. Пора бы мне в кого-нибудь въехать. Въехал прямо, ворвался МакВысер красочно. Умрите все. Есть. Кто еще умереть хочет? Здесь кто-то, кажется, был. Нет. Ну-ка, надо выйти. Стрим. Лутаем. А что не лутается? Странное все дело. Ладно, как нам быть-то? Вот, умрите, сэр. Вот так, хорошо. Он встает. Самолет. Погоди. Я здесь, я помогаю. Молодец, я. Кого ты там задавил? Неважно, кто умер. Кто проиграл? Сори. Этого недостаточно. Я опять пришел фиг знает как на поле боя. Надо приходить первым, конечно же. Опаздывать нехорошо на мочилово-то особенно. Ну, опять добираться. Но почему респаун так далеко? Что ж, ребят, кажется, мне придется за вас, да, все делать? Вы без меня никак. Поэтому я поеду первым. Вот! Это машина МакВысера! Ладно, давайте, надо встать как-то. Нет, я здесь полежу лучше. Стой! Черт, он уехал. Я так хотел. Ну. Да, хорошо. Ау! Какого дьявола это было больно? Хорошо, я сяду. Да, я сяду, сказал. Они что, поиздевались надо мной? Вот тебе за то, что ты меня сбил. Точнее, прости, не то. Ой. Где стрельба? Как тебе факт показать? Я уже забыл, как это делать. А, вот. Хорошо, стреляем. Больше имитируем стрельбу. Потому что патроны нынче дорогие, а МакВысера мало денег. Стоп, кто-то там погибает у меня. У меня КП вообще мало. Надо пригнуться бы. Убейте всех
вагосов и получите бабосов. О-о-о! Рифма! Супер! Меня щемит! Че ты стал, чувак, потерянный? Мы хорошо сражаемся. Ой! Прям в упор стоит, я его убил прямо в пах. Перезарядка, релоуд, релоуд, релоуд. А, все, мне пистолет теперь. Окей. Кто самолет берет? Кто берет самолет? Очень мало хп. Он в поле бегает. Смерть ему. Отлично, я несу с собой разрушение и смерть. Враги. А, аккуратней. Сейчас машина их бабахнет. Колеса горят. Смотрите, как призрачные гонщики прям. Куда? Куда? Самолет взлетел. Уу! А мы в воду, да? Или что, в чем фишка? Оставайтесь. Нам нужно разобраться с ними со всеми. Хорошо. О, боже ж мой. Ну-ка, эта бочка взорвется. Yes! Да почему? Ну, сота. Сота-сота. Сволочуга ты такая. Все запарывает нам. Давайте купим боеприпасы. Нам нужны, да. Блин, мы так... Мы так все деньги, свои карманы на боеприпасы израсходуем. Боже ж мой. Неудивительно, что меня взяли на задание, потому что я хоть как-то вытягиваю, да, хоть у меня 10-й левел, но эти высокоуровневые мастера не могут выиграть. Народ, дико бесите, очень дико бесите. Блин, всегда проезжает Бигфут, я хочу... Ладно, я с вами, хорошо, так и быть. Хорошо. Машина какая проехала, крутая. Ну рассаживайтесь, ну что ж вы. Ладно, я пошли в задницу, я один поеду. Стоять! У меня свой стиль, пошли в жопу. О, они меня обогнали. Ну ничего. Так, будем стрелять УЗИшкой, конечно же. Так, где зло? Где зло? Надо мне вот отсюда зайти. Воу! Так, смерть. Одна смерть есть. Мы будем такой, знаете, с краешку ездить и потихоньку их месить. Оп, аккуратненько въезжаем на поле брани. Вон там дядя. Ой, я не могу попасть по нему. Давай, попадай. Ну что ж ты? Хорошо. Это смерть. Вот еще одна. По ногам, по ногам, по ногам, да. Кто там встает? Ну-ка, ляг. Хорошо, попал там по кому-то. Оп. Вот хорошо, тарань, тарань. Пожалуй, я тоже это замочу сейчас. Хоп, 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 хоп. Никого не протаранил. Все умерли только от одной мысли, что я сейчас их буду таранить. Вы представляете, какой страх я внушаю врагам своим. Ой, что за тряска? Так, один готов. Маквейсер, стреляет, решетит. Кстати, о таранах. Мне надо взять машину более таранистую. Вот это сойдет. Ух, там их куча целая. Каменяча, ам каменяча, бич. Вот там кто-то подо мной. Он выжил! Как так выжил? Ну-ка умри. Добить. А, пригнуться, пригнуться, пригнись, Маквейсер, аккуратней. Меня убили. Вырежьте это из монтажа. А, нет, я жив. Все окей. Хорошо, тогда начинаем сражение. Вот так, смерть. Кто там мне угрожает? Чем? Хэтшо. О, аккуратнее, прячемся за ящик. О, умрите, умрите. Сколько тебе надо патронов, чтобы ты погиб? Неужели так сложно умереть? Мне нужна машина, срочно. Есть, готов. Го-г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 о
раны. Давай, 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 сядь, сядь в машину, сядь в машину. Сколько бабоса? Ну-ка, Маквысер. Мы не можем это так оставить. Просто так мы это не оставим. Во имя правосудия. Подбирай. Молодец. Вон еще. Что? Я защищаю следы. Я улики убираю, понимаете? Улики. Подбери меня. Подбери меня. Спасибо. Ух. Из-за меня не проиграли. Хорошо. Ну, разумеется, не проиграли бы. Покиньте аэродром Маккензи. Вот вам всем. Вот вам всем. Я один все сделал. Кстати, где еще один чувак? А, он в самолете. А, у тебя дырка в плече. Вот прямо здесь. Дождитесь посадки в Илум. Оп! Пройдено! Есть! Короче, экспа есть, бабосы есть, уровень 11 есть. Вот мы тут выпиваем и радуемся жизни. Сейчас будет меня атаковать, разумеется, да? Оп, оп, оп. Ну, конечно же меня атакуют. А, Костанеда, ну все, понеслась. И где же этот дружище? Вон он, вон он, вон он, вон он. Опа, я его убил. Сволочугу такую. Один простой и точный выстрел. Ну-ка, где ты дохло лежишь? Где он лежит-то? Я его не вижу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, мадафокко! Нет! Нет! Вот кто нас убил. Все, это все мои враги теперь, да? Вот так, смерть. Очень хорошо. Воу-воу-воу-воу. Так, осторожно. Игрок Снеда назначил за вашу голову 9000 долларов. Ух, как интересно. За мою-то голову. За мою красивую, прекрасную, рыжую голову, да? Справедливая цена. Хотя я даже дороже бы взял. Так, они все за мной, что ли, теперь? Йо-йо-йо-йо-йо, не за мной. Двое против одного. Психопаты, злодеи. Тихонечко, ребят. Тихонечко, за мной полиция, к сожалению. Воу! Полиция стреляет сзади по мне! Ой! Не стреляйте! Я думал, успею, но, к сожалению, нет. Ладно. А я закрыл за мной дверь. Хорошо. Хоть больше не будет за мной охотиться. Так. Воу-воу-воу-воу-воу!
ай-яй-яй! Валим! Черт, как нехорошо! Черт, нет! Стреляй! Убил его! Есть! Отлично! А ну, давай, машинка, садись! Ой, так это, ну ладно. Нет, полиция, только не это. Ладно, мне не терять нечего. Быстрее, вылазь! Мужик власть! Убивают! Полиция! Произвол, понимаешь? Произвол! Воу! Стреляют еще всякие игроки по мне! Аккуратнее, Макусер, валим. Ты победил, молодец. Фу, трамплин, прямо сейчас это надо сделать. Пофигу. Как грациозно. Надеюсь, это кто-нибудь снимал? Нет? А, неважно. Мадам, простите. Зато вы очень красиво кружитесь в воздухе, серьезно. Маквысер, ты просто мастер полета. Меня будут продолжать преследовать. Полиция едет. Убрать оружие. Все, я безоружный. Стоп, где интернет? Вложить деньги и услуги. Maze Bank. Главное меню, скорее пополнить. Как это бесит. Это куча, сраная куча. Благо, хоть успел это сделать. Все, эти двое будут против меня теперь. Не успел. Умри. Вот так, по голове тебе. По твоей глупой. Денежки твои забрал. И рад. И очень рад. Теперь надо валить отсюда. О, это не я. Не я. Полиция не за мной. Хорошо. Полицейские, постойте. Я видел этих преступников. Они в той стороне, да. Этот трамплин. Он просто шикарен. Стоп. Оп, стоп. Как пройти? Как? Чувак протащил. Значит, пошел на разгон. Не мешать мне. А, это не в ту сторону, надо в другую разгоняться. Не стоило переходить мне дорогу. Все, ты труп, мне кто-то прислал, неизвестный какой-то. Вот. Осторожно, кто-то назначил за вашу голову награду. 7000, прыжок не выполнен. Награда за голову. За мной охота. Надо валить отсюда. Раз моя голова такая дорогая, пойду сам ее продам. Так, мне надо сменить машину, какую-нибудь надежную, быструю. Ну, а здесь таких, конечно же, не будет, это бедный район. О, смотрите, еще один. Все, они от меня отстали. Вот белая, мне кажется, будет хорошо ехать. Вежливо попросим остановиться. Сэр, не подскажете ли, как проехать? А, пошел в жопу. Ну что, давайте, поехали. Только попробуйте кто-нибудь не помешать. Разогнаться. Божья скорость, дети мои, вот. Что-то совсем не... Ау, а где же красивый трюк? Не знаю я. Кто же голову-то мою хочет получить? Где охотники за головами? Что-то я не вижу их. Такой музон жесткий. О, смотрите, тут рядом самолетики. Давайте поехали к ним. Трамплин, я иду, трамплин. Давай. Уоп. Вы видели, как это живописно было? Прям так грамотно. Закрыв солнце. Прыжок не выполнен каким-то образом. Какого фига? Ребята, мы в аэропорту. Сейчас будем учиться пилотировать. Все, я въехал в аэропорт. Простите, я пилот, я опоздал немножко, да. Я знаю, самолет задерживается. Сейчас я попытаюсь как-нибудь припарковаться здесь. Секунду. Давайте, оп, открывать. А че никто не открыл мне? Сейчас, ну въедем. Ну так всегда, когда опаздываю, все охранники уходят. И мне приходится как-то по-другому въезжать. Не люблю такие моменты. Ладно, я просто вот так вот еду и все. Летная школа Сан-Андреаса. Запуск сессии. Хорошо, мы должны научиться делать всякое. Научитесь выполнять обратную мертвую петлю. Конечно, давайте. Обратная мертвая петля. Добро пожаловать. Значит, чтобы делать мертвую петлю, нужно как следует напиться, чтобы не бояться. Потом штурвал вниз, а потом вверх. И, в общем, если тебе повезет, то мы перейдем к уроку номер 2. А если нет, ну то, знаешь ли, так пилоты и учатся. Повезло или не повезло? Хорошо, я сделаю что-то. Как мне подняться? А, вот, я поднимаюсь выше. Правильное дело, сэр? Я сделал петлю. Ой, какой миллиметраж был, видали? Просто бог. Теперь выровни самолет. Хорошо. Не такой тупой. Ты так подумал, потому что я рыжий, да? Хорошо, давайте. Теперь петля где-то здесь должна быть. Давайте выровняем самолет. Ой, что-то я запутался, все. Нет, ненавижу эти моменты. Хорошо, надо развернуться просто. Надо просто развернуться. Вот так. Блин. Начинаю путаться в этих, когда вот уже начинается вот эта всякая крутилка. Когда самолет ровно летит, так удобнее гораздо. Стоп, еще раз, конечно же. И пошли. Так, с этим у нас все просто. И петля номер 2. Жизнь такие штуки делать в реальности. Сейчас, сэр, я просто должен выровняться немножко. А то у меня тут проблемки. Вот, я выровнялся. Давайте, вот сейчас. Понеслась. Давайте. Сделали петлю? Иди обратно. Че я не так делаю? Я все правильно делаю. Хорошо, давайте отлетим чуть подальше. Оп! Задел слегка.
Вот, вот, петля готова, есть под мостом. Получилось? Пройдено, мне дали серебро, потому что я немного запоздал. Ну, ничего страшного. Ой, я бабло за это получаю? Хорошо, давайте посмотрим, что такое отказ двигателя. Отказ двигателя — это когда ты, придурок, напился и просто не включил его или выключил в полете. Поэтому хватай парашют и выпрыгивай из самолета. Что я должен сделать? Что я должен сделать? Я не понял. Окей, нам нужно выравнивать самолет, держать его очень хорошо. Я понял, все понял, сейчас получится. Мы сейчас прям на брюшко посадим. Будет мягкая посадочка, да, Маквысер, да? Че ты начинаешь теребить? G для шасси. Вот так, мы посадим сейчас. Хорошо, хорошо. Very good. Давай. Посадили, как батьки. Погоди, что такое? Я же... надо было затормозить, да, остановить надо было. Понятно. Надо было там тормозить, а я не сделал этого. Хорошо. Сколько денег ты мне дашь? Еще 2500 долларов. Но все же я бы хотел попасть в аэродром так. Вот так, например. Ой, все, я здесь. За вашу голову назначена награда 7000 долларов. Осторожно, кто-то назначил награду. Хорошо, я не боюсь этого. Посмотрите, где мы находимся. А что это за чувак там стоит? О чем он болтает? Фига, у него там своя какая-то история есть. О, у меня что, синяк? Толкнуть его. Ой, ну сэр, ладно, не обижайтесь. Вот так локтем тебя. И толкнуть. И по лицу. И ногой. Так замечал. Оп. Все, лежать. Никто не пожалуется. Вот так бабла подзаработал. Посмотрите, что я вижу. А возможно ли забраться на этот большущий самолет? Всем привет, это я пилот. Дайте я, да, пора лететь пассажирам. Я знаю, все опаздывают, простите. Да дайте пройти уже, ну, Господи Иисусе. Ну, к сожалению, здесь нельзя. На таком самолете нельзя лететь. Ну... Ладно, возьму вертолет. Давай, Маквысер. Вверх полетели. О, теперь я могу на здание забраться, на самое высокое. Вон туда. О, прикольно, из кабины можно смотреть. Это здание Мейзбанка. И нам надо сюда сесть. Выпрыгиваем. Ой, рано выпрыгнуть. Хотя нет, стоп, парашют. О, какой он розовый. И какой он зеленый, и красный, и синий. Осторожней. Я еще никогда так не летал, это круто. Ой, могу стрелять также в кого-то. Кто там? Что там за вертолет летает? А могу всем пальчик показывать? Вот. Могу. Хорошо, давайте приземлиться прямо этому чуваку на голову. Он не будет ожидать. Ау! Да, это я твой суженый, я свалился с небес. Прямо тебе, это судьба. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом мы с вами остановимся. Огромное спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся, рассказываем друзьям. И добавляйте друзья ВКонтакте, и вступайте в группу ВКонтакте, в Стиме. И на Фейсбук тоже добавляйтесь, да, не забываем. Везде, где вы есть, добавляйтесь. И на Твиттер мой подписывайтесь. И на Инстаграм, все там есть. И много чего интересного. Короче, до встречи в GTA 5 или в любой другой игре, которую я сделаю. С вами был Юджин. И напоследок, вы знаете, что это надо дать напоследок, да? 1, 2, 3 и 5.